100 миллиардов тенге из выделенного нацфондом триллиона пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса. Денежный транш 13 банков второго уровня должны освоить за 6 месяцев. Причем речь идет о финансировании не только новых проектов, но и оздоровлении старых. При выборе проектов приоритет должны быть отданы главным образом предприятиям пищевой промышленности. Денежные средства банки получат от национального управляющего холдинга «Байтерек» и фонда «Дому» сроком на 20 лет. А банки уже будут выдавать кредиты под 6% годовых сроком на 10 лет. Из доли средств, предусмотренных для новых проектов, половина должна быть направлена на проекты пищевой промышленности. У наших предпринимателей есть все возможности для того, чтобы освоить те виды продукции, которые сегодня Казахстан импортирует. А импортирует он на достаточно солидную сумму, где-то около 3 миллиарда. И вот именно эта программа станет первым шагом к тому, чтобы позволить еще и дать старт инициативам бизнеса в секторе производства пищевых продуктов. Эта программа на сегодняшний день своевременная, полезная для предприятий малого и среднего бизнеса, которая позволит в нынешних реалиях на самом деле увеличить конкурентоспособность наших предприятий, увеличить количество товаров. Мы благодарны главе государства, что считаем эту меру очень своевременной.